Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте на странице 25 выполним задание под номером 3. С помощью учебника запиши, что такое традиция. Традиция – это… То, что передается из поколения в поколение. Обычаи, костюмы, истории, рецепты. Выпиши из текста учебника слова и словосочетания, которые раскрывают значение традиции в нашей жизни. Давайте сначала прочитаем, что написано в тексте учебника. Слово «традиция» пришло к нам из латинского языка и означает «передача». Традиция – это то, что в нашей жизни, что передается от одного поколения к другому, от старших к младшим. Традиции появляются в особенностях народного костюма и национальной кухни, в обустройстве дома и обычаях, обрядах, правилах поведения. Традиция – это память народа. Благодаря им наше прошлое живет в настоящем и продолжается в будущем. Благодаря традициям мудрость старших передается молодым. Во многих семьях есть особые традиции. Одна из них – семейное чтение. Уютно устроившись на диване, старшие читают книги детям. А иногда и поменяются ролями. Младший берет на себя роль чтеца. Сколько интересного, поучительного в каждой хорошей книге. Добрый след от этого чудесного занятия остается на всю жизнь. Другая замечательная традиция – семейные обеды. Их обычно устраивают по воскресеньям. Все члены семьи, старшие и младшие, собираются за большим красиво накрытым столом. Можно не торопясь обсудить семейные дела, события недели, планы на будущее. Сколько душевного тепла в этом общении самых близких людей. Невольно ждешь следующего воскресенья, чтобы вновь пережить эту радость, быть рядом друг с другом, быть всем вместе. Есть еще одна добрая традиция – семейные походы. Как хорошо всей семьей отправиться в лес, к реке или на озеро. Младшие помогают взрослым и учатся у них правилам походной жизни – как разбить палатку, развести костер, приготовить еду. Учатся взаимопомощи, взаимовыручки. А еще учатся понимать природу, разгадывать ее загадки, беречь чудесный мир вокруг себя. Семейные традиции – великая ценность, наше духовное богатство. Их нужно бережно хранить. Итак, давайте выпишем слова и словосочетания из того текста, который я сейчас читала. Память народа, прошлое и будущее, обычаи. Мудрость старших, добрый след, особенности на национальной кухне, костюмы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.